Ну что ж, выходная копалочка. И начинается она с ерша. Есть такое местное поверье. Если пошел ерш, в общем, рыбалка начинается с 5 копеек 1961 года. Эх. Ладно, посмотрим, что сегодня Русь нам подарит. Так, после неудачного выкопа вот такая вот медная пуговица. Пока все. Мундштук, что ли? Ну, привет. Ядрит твоя. Думал, монетка. А это мундштук. Вот так вот. Хотел монетку заснять. Ну ладно, может, что еще попадется. Жарковато сегодня на Руси. 24 градуса, но это невозможно. Копатели версии отломили хвостик. Повесили крест. Ну, у меня версия — это серебряный крест, это царик. И из него сделали монисто. Татары. Попалась тут одна. Два раза пришлось дислокацию поменять. Ничего не нашли. Ушли подальше от татарских глаз. Попытка номер два на камеру выкопать вкусняшку. Так, оп, 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 нет, 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 а, о, ну, ой, в натуре вкусняшка, чё там, солнце, луна, как обычно. Да. Мунисто. Ладно, пойдет. И наконец-то царь. Ушли мы с поляночек в лесок, потому что жарковато копаться. Что там? Фольга. Фольга. В общем, вот так вот. Сущность всего живого в одном кадре. Вот так вот. Все временно, все временно. Философия. Ищут копатели. Тидинс монистоу. Ну, какая-то вражеская. С какими-то иероглифами непонятными. Какая-то Анна, тра-та-та, что-то там. Кис. В общем, непонятно. Ладно, надо рыть. Согласен. Вот с такой глубины. Двумя приборами. Мой показывал то ли монету, то ли металл. Деус показывал то ли монету, то ли металл. А оказалось... Все-таки монета 3 копейки. Ну вот, на большой глубине странные были амплитуды. Вот так вот, товарищи копатели. Копал я, значит, фольгу.
а оказался маленький детский крестик. Вот. И по поводу фольги, сейчас мы покажем амплитудку. Так. Вот так вот. Оказалось, малюсенький крестик. Тщетно так уже сварились. Идем назад. Бабац, мунисту. Мужики идут в гараж. Вот так вот на Руси было. Баба дома, мужики идут в гараж. Мунисту со звездой. Все, что-то я уже сварился. Сварились мы. Поедем нахрен. В смысле нахрен. Домой. Там все. Там что-то пищит.